Всех приветствую, дамы и господа, мы вновь на форс-дропе и будем проверять этот сайтец третий раз подряд, когда мы пытаемся дойти до ножа. Ну, другими словами, чтобы было понятно для тех людей, которые смотрят прямо сейчас, это третья часть. Мы подняли с 500 рублей 5000 и в следующем ролике, вместо того, чтобы добить жалкие 3000 и вывести ножик, мы все это проиграли. Поэтому сейчас я обязательно попытаюсь это исправить, попробую камбэкнуть с 800 рублей ножик и наконец-то его вывести. Не знаю, честно, куда меня сегодня это завезет. Завезет, занесет и занесет ли вообще. Но обязательно попрошу тебя, перед началом поставь свой царский лайкосик. Просто возьми и прожми эту кнопочку. Для меня это будет очень большой наградой, мне будет пипец как приятно, к тому же это бесплатно. Но со своей стороны, я могу тебе пожелать хорошего настроения, ну и конечно же, очень хороший бонус на форсе. Я бы даже сказал, что это лучший бонус, который только есть. Промокод 40SOLOMA дает плюс 40% на абсолютно любую сумму. Вот всегда, абсолютно всегда, когда ты будешь залетать на этот сайт, ты будешь получать плюс 40%. И чтоб ты понимал, даже вот, ну, просто чисто на цифрах, 1000 рублей это 1400, 10 тысяч это уже 14 тысяч. То есть, чтобы вы понимали, это не то, что самый большой бонус, это самый лучший и самоокупаемый промокод, который только есть на форс-дропе. Поэтому, если будешь играть, играй, конечно, точно с помощью него. Ну, а мы полетели. Персональные кейсы пользователей. Окуп мажора. Слушай, а мне хочется открыть его сразу. О, подожди. Ну и неплохо, по дропу-то вообще хорошо. Ну, как тебе сказать хорошо? Смотрите, есть прощальный оскал, есть разъяренная толпа, есть пустынная атака, есть кровавый спорт, есть МП7. Короче, вот эти все пушки, хамелеон, они жутко неокупные. Но суть в том, что здесь нет никаких фиолок, здесь нет никаких синих. И этот кейс имеет явно жить. Ну, как жить? Ну, право существовать. Поэтому давай попробуем открыть на один раз. Сегодня будем открывать вообще все, что я увижу. То есть буду также анализировать каждый кейс. Это лучший исход, который только мог быть. Потому что выпал бы прощальный оскал, выпал бы кровавый спорт, это было бы меньше. Поэтому разъяренная толпа, ну, я, кстати, удивился, что она стоит так дешево. Я думал, будет подороже. Ну, ничего страшного. Поехали, следующий кейс у нас бот или бог. Вот, 200 рублей стоит. И вот здесь уже, видите, какая ситуация. Пацан положил и синьки, и фиолки, и одну розовую. Я открывать это не буду, потому что, ну, я считаю, пацаны, что это слив. Можем пойти дальше. Тайный нож без фигни. Вот, смотрите, чтобы вы понимали, этот кейс стоит в 2 раза дешевле, чем предыдущий. Но здесь всего 2 фиолки. Да, шанс, что тебе выпадут эти 2 фиолки, он большой, но их всего 2. А в прошлом кейсе за 200, там 2 или 3 синьки, по-моему, фиолки. Ну, короче, пацаны, очень много всего, да. И это 100% бы нас не окупило. А вот здесь ты понимаешь, что у тебя всего 2 фиолки. И если она тебе выпадает, ты такой, типа, ну, а на что я рассчитывал? Нормально. Зато, если мы сейчас покрутим на 3 раза, может быть, вообще другая картина. Не, ну, такое реально может быть. Вот ты сейчас смеешься, а вот сейчас посмотри. Посмотри. Ну, ладно. Не смотри. Так, забыли. 100 рублей вернули и пошли дальше. Все, я молчу. Но шансы были. Шансы реально были. И еще дешевле кейс. А вот этот уже 50 рублей стоит. То есть мы открыли за 200. Нет, за 200 мы не стали открывать. Хотя, слушай, а можешь просто зайти и открыть за 200 и понять, может быть, я что-то неправильно делаю? Или, ну, я уверен, что если бы я открывал в начале вот этот кейс, он бы меня точно не окупил. Но неплохо так. Только единственный вопрос у меня, почему красное стоит 537 рублей? Это как такое возможно? Просто красное по рарности, это после ножа сразу. Почему так мало? Нет, ну, я безумно рад, что меня окупило. Поэтому давайте откроем на 600 рублей прям сразу на максимум зальем и посмотрим. Нас спасет только та ситуация, если, допустим, форс-дроп решит нам опять один. Почти. Если бы до бабах докатился, было бы очень круто. Вот, другое дело. Сейчас выпадает Royal Paladin, он стоит дороже. Вот это уже по-другому. И теперь с 300 рублей на 10 переходим. И вот представь, да, вот такая вот закономерность. Я вот говорил плохо об этом кейсе. Именно он выдает. И я понять не могу, как это работает. Нет, я понимаю. Я допускаю, что если бы я сразу открыл этот кейс, он бы меня не окупил. Но так как мы пришли к нему в последнюю очередь, он такой, ну ладно, на. Типа да. Еще один паладин и изумрудные завитки. Ну, кстати, да, 2400, отлично, мы окупились. Непонятно, что было лучше. Изумрудные завитки или же паладин. Потому что паладин что-то как какой-то прям вообще слабенький. Ну, да и фиг с ним. Вот, зато у нас следующий кейс. О,
покупной. Правда, стоит он, мама, не горюй. И тут тусклые полосы. Ну, тусклые полосы, кстати, это, по-моему, если я не ошибаюсь, на маркете, мы сейчас прямо с вами посмотрим в ролике, по-моему, это стоит очень дорого. Сколько? Ну, это ни хрена не синька дешевая, чтобы вы понимали. А ее нету, пацаны, на форсе, поэтому давай просто на два откроем и посмотрим, что выпадет. Возможно, она сейчас мне просто выпадет в инвентарь, и я тебе сразу такое скажу, ну, типа, ну да, да, немного или нет, немного. Ой, рентген, хорошо, рентгены тусклые, давай. Сколько? Интересно. Сюда, пятерочка. Пятерочка на ровном месте. Так, ну отлично. Будем открывать мы этот кейс еще? Я думаю, да. Откроем ли мы его на пятерочку? Я думаю, да. Давай посмотрим, если сейчас он нас окупает и он нам выдает. Слушайте, ну я, можно сказать, счастливый человек. Потому что первый раз мы окупились в ролике, второй раз мы слили, и сейчас мы наконец-то окупаемся. Ну, да, это нож. Это хороший, классный нож за 9000 рублей. 8000 на балансе, 1000 здесь, уже девяточка, 9300. Осталось только выбрать нож и вывести. Попрошу тебя, пожалуйста, поддержать этот видос лайкосиком, просто заряди мотивацией и прожми его. Не забывай, что если ты захочешь поиграть, самый лучший промокод и самый окупной для тебя, это будет 40 солома. Плюс 40% на абсолютно любую сумму, самый большой и лучший промик на этом сайте. Ну а на связи был, как обычно, я, Предатор. Удачи, до завтра.